Вот этот последний там со спортухой был. Смотрел вот. Сегодня. Спорты не валят. Короче, тут собрались, видимо, мои зрители. Их слишком много, я офигел. Меня даже узнали. Так, ладно, мне попросили завести байк. Давай, заводи уже. Ага. Лазером это будет кровавое шоу. Я убиваю, будто бы я дурная привычка. Бухаю и понимаю, что однажды погибну. Но я не парюсь, когда на них целюсь из блока. Я постоянно мочу недоносков, орущих от боли. Ломая, кромсая, крошу, втыкая череп, да я чокнутый. Сутенер по наследству и убийца в одном лице. Моя семья учила меня убивать. Это просто не думай бежать. Для смерти это быстрый способ. Выстрел в кошку, брошено тело. Это еще одна уловка. Она тебя грохнет, готовься сдохнуть. Пробрался в твой дом, чтобы твою мамашу избить. Да, плея, у меня разум убить. Встреча с Богом, встреча с Богом, встреча с Богом, встреча с Богом. Я с калибром так, что опустись на землю и почувствуй, как ты обречен, не повезло. Ты кретинника, полез не на того. Хватай мой ботинок и бей себе под нижнюю губу. Прыгай вверх, падай вниз, пни ногой в твой череп. Причини боль своей заднице, таких кило не терпит. Положу тебя в мешок для трупов, а сраное тело потащу к реке. Нига, как я это умею.